Здравствуйте, давайте я вам покажу, как зайти в BIOS ноутбука Samsung R780. Для этого мы должны включить питание и нажать клавишу F2. И покажу, как поставить пароли на вход в BIOS и на вход в ноутбук. Так, и что у нас тут еще есть? И есть возможность установить пароль на жесткий диск. А для этого мы должны войти во вкладку Security. Здесь выбрать Set Supervisor Password и нажать Enter. Он нас просит создать новый пароль. Я вот ввожу. И второй, после того как я ввел, нажимаю Enter. И второй раз мы подтверждаем пароль. Тоже я ввожу и подтверждаю. После того как я ввел супер пароль, нам становятся доступны вкладки User Password и HDD Password. То есть мы также можем их задать. Using password, также Enter, вводим пароль, который нам нужен, подтверждаем нажатием Enter и второй раз подтверждаем вот этого пароля. И третий пароль это пароль на жесткий диск. Этот пароль я бы не рекомендовал ставить, потому что если вы его поставите и, допустим, ноутбук у вас сгорит, тогда вы свой жесткий диск больше не распаролите. Если вы забудете пароль с этого жесткого диска. Ну все, после того как мы с вами сохранили, создали пароли, нам надо зайти на вкладку Save and Change и Reset, то есть сохраниться и выйти. Два раза зажмем Enter и наши пароли сохраняются. Спасибо всем за внимание.